Привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня готовлю вкуснейший ужин или обед для всей семьи в 3-литровой банке. Просто все сложил в банку, поставил в духовку, и через время у вас на столе просто невероятно вкусная, ароматная, нежная картошечка с томлеными овощами и очень-очень вкусным, нежным, проваренным, пропаренным мяском. Ну что еще может быть вкуснее? Это беспроигрышный вариант. Количество ингредиентов, как всегда, в описании под видео. Если вы еще не подписались на мой канал, обязательно подпишитесь, чтобы не потерять этот рецепт. Впереди очень много новинок. Итак, у меня вот такой кусочек мяса, это свинина, задняя часть. Я нарезаю его небольшими кубиками. Думаю, что для этого блюда можно использовать любое мясо, которое вам нравится. Один лук, достаточно большой, нарезаю небольшими кубиками. Добавляю лук к мясу и мелко нарезаю несколько зубчиков чеснока. Чеснок тоже выкладываю к мясу. Одну большую морковь разрезаю пополам, потом вдоль и режу вот такими вот крупными полукольцами. Если вы не любите так крупно морковь, режьте ее просто мельче, ну или либо вообще не используйте. Мясо я посолила, поперчила и добавила любимые приправы. Я этого не показывала уже, поскольку приправы можно добавлять, какие вы хотите. В чистую 3-литровую банку, обязательно проверьте, чтобы не было на ней никаких сколов, выкладываем теперь мясо и овощи, чередуя слои. Картофель, кстати, я очистила, помыла и нарезала небольшими кубиками. Картофель в банке не забывайте всегда слегка присаливать, так как мясо мы посолили, а на картофель немножко соли стоит все-таки добавить. Банку периодически встряхиваю, чтобы овощи там улеглись как можно комфортнее, и чередую все слои. Где-то на серединке добавляю несколько лавровых листочков. Последним слоем выкладываю картофель, а на картофель сверху выкладываю несколько кусочков сливочного масла. Банку плотно накрываю куском фольги и ставлю в холодную духовку. Затем духовку включаю на 200 градусов. И банка какое-то время проведет там при 200 градусах. Но когда вы откроете и заметите, что началось бурление, то температуру нужно снизить до 180 градусов. И такое блюдо должно готовиться не менее часа. Достаем банку из духовки, даем ей некоторое время остыть, и можно пробовать картошечку. Посмотрите, какое невероятно вкусное даже с виду блюдо получается. Причем получается оно всегда вкусное. Как бы вы ни сделали, это блюдо невозможно испортить. Так что, пожалуйста, пробуйте. Радуйте своих близких и друзей. А мы с Сашенькой желаем вам приятного аппетита и отличного настроения. Очень надеемся, что это видео вам понравилось или было хоть чем-нибудь полезным. Если так, поставьте нам лайк, подпишитесь на канал, ждем ваших комментариев. Смотрите другие наши видео и помните, лучшие рецепты впереди. Всего вам доброго и до новых встреч!